Если открыть в Википедии страничку с названием «Философия Unix», то можно заметить три пункта. Пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо. И мы с вами разобрали пару команд, делающих по одной простой задаче. Пишите программы, которые бы работали вместе. И пишите программы, которые бы поддерживали текстовые потоки, поскольку это универсальный интерфейс. Второй и третий пункты можно связать. Если программы будут иметь возможность обмениваться текстом, то теоретически возможно сделать так, чтобы они работали вместе. Представьте себе две программы. Одна умеет только складывать два числа, а другая только отнимать. Если вам нужно будет решить уравнение, в котором сначала нужно сложить два числа, а потом из суммы отнять третье, то вам нужно будет выполнить первую программу, посмотреть сумму, а потом выполнить вторую программу с полученным числом. Но было бы здорово, если бы первая программа смогла бы передать свой результат, то есть сумму, второй программе без вашего участия. Для этого, чтобы команды могли работать между собой, в Unix подобных системах есть так называемые стандартные потоки. Стандартный ввод, стандартный вывод и стандартный вывод ошибок. Вообще, эти потоки существуют независимо от того, объединяете вы команды или нет, и мы с вами уже с ними сталкивались. Первый поток – это стандартный ввод, так называемый stdin, то есть то откуда вводятся данные. Например, с клавиатуры. Из того, что мы делали, мы вводили какие-то данные с клавиатуры в эмулятор терминала. Второй поток ⁇ стандартный вывод, называемый STD-out. В общем-то, то, что выводит команда. Например, если мы пишем LS, мы видим на экране какую-то информацию. Вот то, что появляется на экране, это и есть стандартный вывод. Manpo.cat говорит, что если запустить команду cat, не указав файл, то по умолчанию он будет копировать стандартный ввод в стандартный вывод. То есть, если вы ввели какой-то текст, это stdin, а cat вывел этот текст, stdout. Ну и третий поток, это стандартный вывод ошибки, stderror. Многие программы на Linux заточены под то, чтобы особо реагировать на ошибки, отделять их от стандартного вывода. Я создаю две директории, dir1 и dir3. И запускаю ls на три директории, dir1, dir2, dir3. Как вы видите, команда ls для второй директории вывела сообщение об ошибке, что такой в директории или файла нет, и вывела информацию о существующих директориях. Мы, как читатели, можем не обратить внимания на ошибку, но другие программы, например тут же bash, видят stdout и stderror по-разному. Так вот, зная про эти вопросы, вернемся к нашему уравнению. Теперь мы понимаем, что для того, чтобы отправить результат первой программы, то есть сумму, которая для нас выступает в роли стандартного вывода, на вторую программу, где мы должны были вручную ввести сумму, то есть в стандартный ввод, нам нужно скопировать stdout первой команды в stdinput второй команды. И чтобы направлять потоки, нам нужны каналы, ну или трубопровод. Возвращаясь на страницу философии Unix, мы увидим, что человек, который говорил нам про эти три пункта, Макилрой, является изобретателем каналов Unix. Эти каналы, часто называемые конвейером, позволяют управлять стандартными потоками. Мы, как администраторы системы, можем делать это с помощью специальных символов. Эти символы как направление. Символ стандартного ввода – знак меньше. Обычно под stdin мы подразумеваем то, что вводим с клавиатуры, но вместо него может быть, допустим, содержимое текстового файла. Используя те команды, которые мы уже прошли, получится не совсем наглядно, поэтому я покажу на примере команды mail, которая отправляет письма. Я могу написать mail user stdin file. Без использования перенаправления stdin, после того, как я нажму enter, я должен буду написать письмо. А так я команде mail отправляю файл вместо ввода сообщения с клавиатуры. Но в целом направление стандартного ввода используется гораздо реже, чем того же вывода. Для направления стандартного вывода мы используем знак больше. Мы можем направлять вывод команд не на экран, а в какой-нибудь файл. Допустим, давайте отправим вывод ls в файл и посмотрим. Как вы заметили, на экране теперь ls ничего не показал. Но то, что он должен был показать, сохранилось в файле. Когда мы используем знак больше, то содержимое файла перезаписывается. Но я могу не перезаписывать файл, а добавлять в него текст. Для этого нужно использовать два знака. Для примера добавим в существующий файл также содержимое команды grab. Как вы видите, файл не перезаписался, просто внизу появился вывод команды grab. Еще один пример. Grab bash из файла etc Направляем в файл и файл перезаписался. И вторая grab user etc опять же направляем файл, но при этом с двумя э, символами, поэтому файл не перезаписывается, а добавляется в него вывод команды grep. Для направления стандартного вывода ошибок используется два и знак больше. Помните, я показывал вам рекурсивный поиск с помощью grep. тогда у нас была куча ошибок с доступом к файлам. теперь мы можем сделать так. все ошибки доступа теперь направились в файл errors, а на экране у нас только список файлов, где есть слово bash. Если сообщения об ошибках нас не интересуют, мы можем направить их не в какой-нибудь файл, а в эдакую черную дыру. Мы о ней еще поговорим в дальнейшем. А пока пример с тем же grep. Также мы можем разные потоки направлять в разные места. Допустим, стандартный вывод в один файл, а стандартный вывод ошибок в другой. Как вы возможно заметили, если направить в файл stdout, то в командной строке будет виден stderror. Если направить stderror, то мы увидим stdout. Если ничего не направлять, мы увидим оба потока. А что делать, если мы хотим сохранить в файле и то, и другое? Для этого есть символ ampersand. Если посмотреть, то все будет ровно так, как было в командной строке. Возвращаясь к нашему уравнению, все, что мы делали выше, направляли потоки в файлы. А в уравнении нам нужно направить stdout в stdin. Для этого используется другой символ, прямая вертикальная линия. Ее часто называют pipe, то есть труба. Для примера возьмем команду «grep», которая покажет пару строк, а затем, поставив вертикальную линию и написав «tail», мы получим только последние две строчки из того, что показал «grep». То есть сначала мы получили стандартный вывод от команды «grep» и превратили его в стандартный вывод для команды «tail». Если, допустим, я хочу увидеть девятую строчку файла etc я вывожу первые девять строчек с помощью «head» а потом с помощью tail ввожу последнюю строчку, показывая при этом ровно девятую строчку. Еще один пример, я хочу вывести строчки с 5 до 25 и среди них найти слово user и сохранить это в файле. Я с помощью tail вывожу все, что ниже пятой строки, дальше из полученного вырезаю первые 20 строчек, чтобы дошло до 25 строки, а потом с помощью grep ищу user и направляю в файл. Если вы хотите, чтобы результат одновременно вводился в командную строку и записывался в файл, то можете использовать команду t. Как вы заметили, вывод можно направлять от одной команды к другой и ставя много таких пайпов, мы можем с помощью простых команд решать сложные задачи. Конвейер вместе с функционалом интерпретатора дает возможность нам, администраторам, решать такие задачи, для которых нет готовых программ.